Добрый вечер! Вы смотрите программу «Прогноз погоды». Партнер программы – «Современная медицинская клиника». 24 и 25 июня в современной медицинской клинике будет вести прием травматолог-ортопед из Сыктывкара. Успейте записаться, если у вас боли в спине и суставах, сколиоз и плоскостопие, травма, если вы готовитесь к операции или необходима внутрисуставная инъекция. Врач проводит приемы у взрослых и детей с 3 лет, а также УЗИ суставов. Успейте записаться по телефону 303-50. По данным синоптиков, завтра, 23 июня, в Печоре ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем гроза, ветер юго-западный-западный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет плюс 8-10 градусов, а завтра днем плюс 16-18 градусов. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще ежедневное новостное вещание на телевидении. Вы смотрели прогноз погоды. В студии была Анжела Дмитриева. Всего доброго. До свидания.